разные остановки увидишь. Где-нибудь там на востоке, на Урале, за Уралом. Подъезжая к Кемерово, там вообще какие-то странные остановки. Такие, знаешь, из этого, из плит. Да, вот плит, ну, как дома строят. Какие-то непонятные формы там, блин. Разные, короче, дофига всякие. Что осталось-то или пили, да? Там целое искусство. В Павловске однажды останавливался на ночевку. Большой городишко? Не, небольшой. Thank you.
когда по телефону разговаривал, странный, да, поступок у меня, манера езды. Меня сзади машина поджимает, я пытаюсь уйти вправо, и этот вообще практически не едет. 40-й регион там какой-то был. А? Нормально. Читаешь. На Ростовской области нам хватит топлива. Ростов 486. Блин, этот Воронежская область очень длинная. Собственно, и Ростовская тоже. Да, Ростовская, наверное, огромная. Бомба 2020-го. Вот, это, конечно, тема. Шашлычка, да? Где? Я в таких местах вот не доверял бы. Да? Это... В таких местах самых. Раз, два. Да там непонятно, из чего они готовят. Надо, знаешь, на что? Надо на фуры ориентироваться. Вот где много фур стоит, фуры постоянно, они знают эти места. Если много фур, значит там вкусно, значит там дальнобойщики питаются, постоянно, регулярно останавливаются. Да, и мы сейчас это остановимся на обед и приедем мы не в 22.13, а в 23.13. Скинул маленько. То ли скинул, то ли там что-то произошло. Отправляй фотки Иришки. Какие? Красот, простор. Че не поехала? Портила? Да нет. Что-то у нас какой-то сальник компрессора спрашивает. Да. Секундочку, давайте я сейчас трубочку передам, хорошо? Сейчас. Удаление ката на линочку. Алло, здравствуйте. Ага. Угу. Я понял.
Алло, алло. Да, у нас связь что-то не очень. А, смотрите, можно будет это сделать только в среду, потому что вот у нас там, 2 дня не работаем. А, по цене это будет в районе 2500 стоить. Ровно 2500 подойдет. Да, конечно, конечно. Ставим обманку, ставим пламенный сидеть. Все это со съемом. Но это как раз стоимость как раз именно запчастей. За работу не берем. у вас нет. Я думаю, не будет, потому что на Шевролетах, на Опелях спокойно, хорошо работает на обманке обычной. Алло. Алло. Подай связь. Ноль один, что-то такое там. Нету связи. А на какой машине я не услышал? Шевроле Спарк. Они дешевы ли? Если у него там катализатор. Он ставит Шевроле Спарк, там нормальный катализатор и делается. Но все равно, часа полтора-то точно на это уйдет. Снять. Я слышал, что они там хорошие катализаторы. Там типы такие, как более конкретные. Надо, знаешь что, надо еще в интернете гуглить. Вот я вчера пытался поискать, но пока неудачно. Стоимость катализатора на АХ-35. Просто интересно, сколько там, какие цены. Алло, да, связь плохая, просто сорвалась. Да, мы начинаем с 11, поэтому в любое время начнем. Да, Борисовские пруды. Да, хорошо, без проблем. Да, мы все сразу на месте делаем. Да, конечно, мы вообще без проблем. При вас все снимем, вскроем, посмотрите состояние какое. При вас варим пламя-гаситель, все посмотрите, все увидите. Ну, никаких проблем нет. Ну, вы знаете как, я делал на новом Спарке, вот, не горит чек. Вот насчет старого, ну, на 100% не уверен, но думаю, должно нормально быть. Да, хорошо, набирайте. Ну, все доброго. Короче, там в среду. В среду или когда? Да. Завтра. Это завтра. После завтра. Тогда в четверг. Сегодня вторник. Да, я бы сказал послезавтра. Он говорит, все, послезавтра, да, узнаете. Да, отлично, у нас есть завтра возможность съездить, купить. Да, планы гасителей, все у вас есть. Да, все есть завтра для вас. Вот, у нас есть возможность купить, сколько получится там планы гасителей. Что я боюсь, у нас совсем денег не остается. Мы сейчас сколько вот мы смотрели, да, эти показы. Минус 14. Может, человек колян все не знает. Тоже как меняется. Когда не знаю. Знаем же они помолочку, да? Ускоренно обучили. Что делает, да? Кого-то обгонял там, что ли, понять не мог. Помолочная же не так срочно была. Да, да. Значит же, нет плана сдать.
думаю, что в течение там, может быть, на следующей неделе что-нибудь такое. Этот, так, что, все, выключаем, можно открывать. Вентилятор оставь, включи, пожалуйста. Что, Столяну набрать? А спроси, да, когда они планируют сдать, может, он знает. Сейчас еще расходы на дорогу будут. По WhatsApp, наверное, до него не дозвонишься. Доброе утро. Как дела? Сейчас вас оставили помолочку? А что, скинешь фотки потом? Скинешь фотки потом, когда кинешь, наделаю. Бля, едем к Ростовской области, подъезжаем. Ровно 1000 осталось. Чё там вот? Давай привет, давай. Вот. Ты где сидеть, чего ему только будет там на месте? Да. Алтос. 47. Короче, с такси до аэропорта, с точки, которую мы сейчас приезжаем, вызываем оттуда такси, едем в аэропорт, полная дорога у нас на двоих, с такси вместе получается 5900. С Минвод вылетаем. Вот. Фотки не забудь, мне помолочек скинуть. Вась, ну а что там это же сон, да, делаете, чтобы поскорее сдать эту хуйню, да? Красавчик, вообще деньги нужны со всей силы. Понял, что? Ну ладно. Ну, короче, это прием со всей силы. Говорит, ну типа, ну конечно, да, и бабки нужны. Угу. Куда мы едем, опять забыл? Нальчик. Нальчик. Нальчик, пальчик. Так, 80 рублей. У нас все, у нас остались. Ну а сроки не сказал, да? А что там Сеня? Привет, передаю. Здравствуйте. 30 рублей. Нету.
Спасибо. Покажешь, если фотку пришлет? Да. Прибытие в 4 часа 40 минут. Что-то произошло, авария? Да нет, там что-то не видит половину трассы. После Ростова он трассу перестал видеть. Сегодня, через 4 дня еще 5 заказов. Все равно 10 заказов в течение 2 недель мы сделали. Да? Я в Крым так и гонял. 5 машин, а мы с папой вдвоем. Да. 2 взяли, отвезли, на самолете вернулись. Денечек поотдохнули, 2 взяли, отвезли. Так можно, кстати. И потом, 5-ю машину я уже один сгонял. Так можно, кстати, же денек приехали, тусанули, на пляже там. Опа, назад вообще. Опять в путь. Ну только мы отдохнули не в Крыму, а в Москве. Но можно было и в Крыму. Но это был февраль-март, по-моему. Товарищ Chevrolet Spark. Да? На другой телефон. А, да, мы с вами уже общались на другом телефоне.
твой теперь звонит. Нет? Дизняк. Оу! Ауе! Ауто! Да. А, ты с ним отвечал? Общались по этому поводу. Да. С такой вещушки выгодно дохуя 100%. А так маску взял с собой, блядь. Через полтора навял там. Особо другого варианта съезд нет. Съезд поверните направо. Съезд поверните направо. А как еще? Прямо 38 километров. Строят платку. Да. Скоро откроют вот-вот. Уже все, плакаты все. Павловска, по-моему, плохая дорога начинается. Хотя вот и до Павловска. Вот это вот односторонние хероти. Однополосная.
Слушай, а было бы прикольно сегодня же вернуться в Москву. Прикинь. А давай-ка, я не смотрел билеты на сегодня из Минеральных Вод. Может, есть что? А, нет. Сегодня мы никак не успеем. Какой-нибудь там самолет час ночи, два часа ночи. Приехали до утра, отоспались, начали делами заниматься. Хуило на спарке, да? Ищет еще, говорит, все, я приеду, типа, послезавтра. Сам ищет, да. Еще дешевле хочет найти. Да. Братан, ну мог бы и подвинуться, конечно. Встречные едут, фуры прижимаются к обочине. И поток обгоняет. А этот как ехал по полосе, так и едет. Еще и тормозит. Отключение 60. Теперь в город въехали.
сколько, да, всяких палаток все вот прям набито, бля, в одном месте. В Павловске такая же тема. Битком прям. Отели, душ, хуёв, вся хуйня. Только иди к нам. Шашлык наверняка будет в Нальчике дешевый. Ну, кстати, в Нальчике. Ну, блин, там уже все закрыто будет, я думаю. Так, по-хорошему нам надо бы уже где-нибудь заправляться. Да. Осталось на 57 км. А вот в Павловске, наверное, и заправимся. Посадим. Там есть нормальная заправка. Волга цешком поместился. Вообще, думаю, ну нахуй эту дорогу, блядь. Нахуй я сюда вообще выехал, блядь. Выехал из деревни, заебись было все. Нет, блядь, все несутся, как сумасшедшие. Показывал, что фура на обгон идет. А может там будет? Ну, очень легко. Или камера. Камера какая-нибудь. Фура вообще никогда не моргает, они уже забыли. Ой, это. Винты стоят на той. А, на той стороне, да? Ага. Прям ждут, пока кто-нибудь на встречку выскочит. Обзор хороший. На скорость, наверное, прям сидят и устремились в ту сторону. Да. Ну-ка, давай, нарушитель, я сейчас выскочу из машины. Вот сколько машин проехало, да? Одна только поморгала, предупредила. А остальные уже.
колесики едут. Что же у нас там за сальник, спрашивали? Нормальные, да, форы, видишь? А прям справа едет. А есть вот укроцы такие. Нам тоже надо ехать. Этот круг, что я сказал, там Павловск. Ну там Павловск. Город. Нам меньше 1000 осталось уже. Да. 900. А это все еще тупали и банули. Да. Все банули. Это три балета поле. А это по полю.
дедулик один есть. Дедулик? Да, знакомый из тюрьмы, короче. Он, короче, был раньше администратором сауны. Ага. Вот. Он сам рязанский. Может, сауну возьмем в аренду? В аренду? Да. Не сдавать, что ли? Ну, а что? Делать подумать. Вот там все валить будет. Всю хуйню знает. Все нюансы про сауну. Как? Чего? Ну а по деньгам-то что, сколько она стоит? Там конкуренция какая-то, видишь? Я что-то мельком да слышал, что... загнулись, да хуя. Я слышал, что кто-то этот сжигает там друг друга. Ну что, сжигают, сжигают. Сожгут, но... Застраховать? Валенький. Колян с Сеней вообще в ахуе будет, кого знает. Дедулик там будет жить, тусоваться. Ему 65 лет. Бедрячок такой. Боже, ну ладно. Видите, голову. Сейчас покажу тебе. Там же менты наверняка это. Все крышевать будут. Сейчас головой у нас есть. Аля. Да нормально. Едем. Ну, не особо 26. Всегда. Toyota Corolla. Нет, 17-го года, но хорошенькая. Пока вообще ничего даже не кушали. Не, ну кофе брали в этом. Круассаны. А, круассаны взяли, да, круассаны позавтракали. Не, не проверял. Нормально все. Ага, давай. Старичок, короче, на старость лет. Был администратором сауны. Ага. И ему там присел на уши один юрист. Вот. Ну, а Витя... А у Вити, короче, был какой-то там друг детства. От старости помер. А у него родственников нет. Квартира пустой. Юрист ему говорит, давай хату подберем к рукам. Хули она, государство сейчас отойдет. Вывезет потом. Быстро еще подписался. 3,5 года ему поеду, если бы святую выборочку хотели сделать. Попался, да? А юрист что? Юрист тоже. Тоже прицел. Да. Ну юрист как организатор, а этот исполнитель. Да, но юрист больше влетел, да, наверное? Да.
боцмана мы его взяли под крыло, короче. Старичка. А боцман кто? Это вот Тёма, вот этот. Он с нами затусовался. Покер, короче, всех научил играть. Старичок такой, прям конкретно все знает. Есть сауна, наверное? Давай посмотрим. Чисто ради прикола. Пока ЛТЕ есть. Они, наверное, не особо отбивают. Сейчас как-то люди, мне кажется, не особо в это ходят. Там постоянно какие-нибудь, ну, постоянно пьяные, какие-нибудь драки, поножовщина. Менты постоянно. Утром ехали, ничего вообще не было, да? Ограничение 60. Время уже 11. Вот он, Павлов. Через 1 километр 500 метров круговое движение. Второй съезд. Впереди камера. Ограничение 60. Выдается сауна. Миллион триста? Да. Чё-то дёшево. Отличная сауна вообще. О, вот здесь вот мы останавливались на ночёвку. Вот, вот там. Как сейчас помню. Утром проснулись, кофеёк, умылись и погнали. Вообще бомбийская сауна. Так, чё пишут. Продается сауна как работающий бизнес, не требующий вложений. Находится в пешей доступности от метро Фрунзенская, 7 минут пешком. Очень 120 квадратных метров. Два отдельных зала. Первый зал — одна финская парная, один бассейн, одна комната отдыха. Одна трапезная зона, второй зал — джакузи, ИК-парилка, комната отдыха, трапезная, полностью укомплектована мебелью и всем необходимым. Всем необходимо. Имеется кухня, прачечная и бар. Заезжай, работай. Есть система видеонаблюдения, охраняемая парковка, отдельным въездом. Помещение в долгосрочной аренде. Продам по принципу ППАА. ППА. Имеется база постоянных посетителей. И ФИМ. Частное лицо. Фрунзенская — это прям центр. Да? А что же он ее сдает-то? Продает. Ну да, да, да. Продает. Что же он ее продает? Но он не может ее продать, он продает типа человек. Он в долгосрочной аренде, наверное. Да, и в любой момент могут попросить. Вот можно исключить договор на долгосрочной аренде. Неплохое помещение, на самом деле. Фитнес-клуб Буто, рядом с метро, 9300 продается. Вот это уже московские цены. Да, Бульвар Дмитрия Донского. Прибыльный спорткомплекс, 120 миллионов рублей. Студия массажа, йоги и салон красоты, 2400. Загородный отель на озере Селигер, 142 миллиона. Там спа-салон, финская сауна, массаж, 590 рублей, Красногорск. Готовый бизнес, банный комплекс Щелково, 150 тысяч рублей. Москву выбери. А я все подъезд. Отдельная стоянка. Вообще. Все, просто. Вот и проехали Павловск. Да? Чего у нас даже не заметили. Там в аренду банный комплекс. Состоит из двух саун и узкой бани на дровах. В каждом помещении есть комната отдыха, телевизор и караоке. Есть два бассейна. Русская баня расположена в отдельном здании. Установлена система видеонаблюдения, система охраны связаться, большая парковка, баня предлагает участок земли, который можно использовать в дальнейшем для развития договора аренды на помещение 130 тысяч рублей в месяц. Стоимость аренды всего бизнеса 150 тысяч рублей в месяц.
ужасное место. Рязанка, Волгоград. Да, на юг готовый бизнес, сауна, я же не знаю.